Здравствуйте! Уже скоро в небе над Красной площадью свое неповторимое шоу устроит знаменитые стрижи. Напомним, что в Чебоксары пилотажная группа прибыла по договоренности главы республики Михаила Игнатьева и министра обороны Сергея Шойгу. Легендарные пилоты еще никогда не приезжали в Чувашию, хотя по городам они гастролируют довольно-таки часто. Недавно им рукоплескали жители Челябинска и Липецкой области. Вообще стрижи не раз выступали и на международных авиационных салонах. Каждый год они стараются включать в свою программу новые элементы. В этот раз истребители будут выстраивать в небе фигуры стрел, ромба, делать петли Нестерова, бочки, восходящие и нисходящие спирали. Причем опускаться самолеты будут на предельно малую высоту. Это действительно высший пилотаж. Но впервые стрижи поднялись в небо в 91 году. Пилотажная группа была сформирована из лучших летчиков подмосковной авиабазы города Кубинка. Ну и сейчас стрижами становятся только настоящие асы. К примеру, четверку истребителей поведет гвардии подполковник Сергей Осяйкин. Группа готовилась к полету несколько дней. Накануне они отрепетировали свою программу прямо на глазах горожан. Воздушные виражи летчики исполняют синхронно, и это результат многолетних тренировок. Во время полета расстояние между крыльями составляет всего 3 метра. При этом скорость самолетов превышает 300 км в час. Пилоты просчитывают все до мелочей. Что же, на Красной площади уже яблоку негде упасть. Чебоксарцы предвкушение грандиозного шоу. И вот мне сейчас сообщают, что стрижи появятся на Красной площади уже через считанные минуты. Всем внимание на небо! Уважаемые жители Чебоксара, здравствуйте! Вас приветствует 237-й центр показа авиационной техники имени трижды героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Никитича Кожедуба. Дорогие друзья, буквально через несколько минут состоится наше грандиозное выступление. Мы встречаем одиночный пилотаж в исполнении гвардии майора Дмитрия Селиванова. Педаля Нестерова на самолете МиГ-29. Авиационно-пилотажная группа «Стрижи». Поаплодируем летчику! Полет называется «Предельные режимы». Режим работы двигателя – полный форсаж. Косая педаля вправо. Перегрузка на педале 5 единиц. Для вас, дорогие друзья, для вас, жители города Чебоксары, в небе пилотирует соло-пилот Дмитрий Селиванов. Летчик выполняет полет на серийных самолетах МиГ-29 семейства самолетов фирмы «Микоян». Летчик для вас демонстрирует очередную фигуру пилотажа. Колокол. Скорость 200. Скорость 100. Скорость 0. Поаплодируем летчику. Впервые в небе города Чебоксары выступление пилотажной группы «Стрижи». Дорогие друзья, не жалейте свои руки. Летчик видит вас. И от вашего настроения зависит его выступление. Давайте поаплодируем ему, и он ответит вам взаимностью. Молодцы! Разгон скорости, высота 200 метров. Скорость 600 км в час. Летчик выполняет фиксированные бочки. Поаплодируем летчику, он видит вас. Летчик продолжает выполнять косую петлю вправо с заходом на ось пилотажа. Режим работы двигателя – полный форсаж. Высота 200 метров, скорость 600, перегрузка 6 единиц. Радиус разворота этой 18-тонной машины – 350 метров. Выполняет петлю Нестерова в верхней точке, высота 1400 метров.
поворота влево кадушкой и заходит на ось пилотажа. Прекрасная погода, улыбчивые, добрые зрители, жители города Чебоксары. А летчик выполняет заход на минимальную скорость кадушкой с гашением скорости до 200 км в час. Скорость 220, 210, скорость 200. Скорость автомобиля на ваших прекрасных дорогах Республики Чувашия. Летчик выводит обороты и разгоняет скорость. А в это время основная пилотажная группа «Стрижи» выполнила взлет и выходит в точку пилотажа. Вы заметили, со скорости 200, включив режим работы двигателя «Форсаж», летчик выполняет косую петлю с разгоном скорости. Это говорит о том, что ты прекрасной машины, тяга, вооруженность более единицы. Это значит, что тяга двух двигателей больше 15 тонн. А летчик продолжает выполнять первую часть петли Нестерова. Из полупереворота, с полупетли заходит на очередную фигуру. Очередной колокол в небе города Чебоксары. Скорость 100, 50, 0. Летчик приветствует вас! Молодцы! Он слышит вас! Летчик выполняет косую петлю вправо. А к нам уже выходит основная пилотажная группа, четверка самолетов МиГ-29. Летчик выполняет косую петлю и говорит всем: «С праздником, Чебоксары!» Поаплодируем летчику! Молодцы! Дорогие друзья! Наше выступление, выступление пилотажных групп «Стрижи» на предельных режимах для жителей города Чебоксары состоялось благодаря договоренности главы республики Михаила Игнатьева и министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу. Пилотажный строй «Пелен». Летчики перестраиваются в очередной пилотажный строй «Ромб». Для вас, дорогие друзья, в небе города Чебоксары пилотажный строй «Ромб». Интервалы и дистанции 1 на 3 метра. Встречайте! Пилотажная группа «Стрижи» в небе лучшего города Земли, города Чебоксары. Для вас петля Нестерова. Верхней точке 1600 метров. Углы атаки 14 градусов. Перегрузка на петле до 5 единиц. И летчики продолжают в едином строю выполнять очередные фигуры сложного и высшего пилотажа. Дорогие друзья, человечество с давних пор мечтало о покорении воздушного океана. И эта мечта осуществилась в начале 20-го столетия. И мы по праву гордимся тем, что в историю мировой авиации золотыми буквами писаны открытия и подвиги российских военных конструкторов, летчиков, инженеров и техников. А летчики выпустили шасси и механизацию и приветствуют вас! Полет с выпущенными шасси и механизацией. Поаплодируем летчикам! Косая петля вправо с выпущенной механизацией. В едином плотном строю с интервалами и дистанциями 1 на 3 метра. Скорость 500 км в час. Дорогие друзья, именно офицер Великой России построил первый в мире самолет.
Именно военные летчики стали первыми героями Советского Союза. А летчики продолжают выполнять косую петлю вправо в пилотажном строю ромб. Летчики убирают шасси и механизацию. А я вам хочу, дорогие друзья, напомнить, что авиационно-пилотажная группа «Стрижи» была создана в мае 1991 года из высококлассных летчиков авиабазы «Кубинка». «Кубинка» — гордость военно-воздушных сил России. Поприветствуем летчиков! Высший пилотаж. Мало что может с ним сродниться по красоте в зрелищном отношении. Это не только спорт и зрелище. Если говорить возвышенно, это слияние двух душ. Души самолета и летчика. Широкий ромб. Для вас синхронные бочки. Молодцы, ребята. Поаплодируем летчикам. Искусство высшего пилотажа ведет свою историю с начала века. Воздушная акробатика начала развиваться с мертвой петли русского летчика Петра Нестерова. А летчики перестраиваются в очередной пилотажный строй, который называется «Стрела». Групповой пилотаж еще сложнее, чем одиночный. И летчики «Кубинки», выполняя групповой высший пилотаж с 1946 года, участвуют во всех парадах, проводимых над Красной площадью. Пилотажный строй «Стрела». Для вас косая петля вправо. Петлю начали! Возможности современной авиационной техники поистине уникальны. Искусство пилотажа требует от летчика на первый взгляд невозможного. У опытного пилота формируется особое мышление. Он обретает способность оценивать свое положение в воздухе из кабины самолета и как бы со стороны. И это двоимое видение позволяет ему рассчитывать каждый маневр с точностью компьютера. А в конечном счете определяет возможность выживания в воздушном поединке и лидерство в спортивном состязании. Летчики перестроились в пилотажный строй ромб. А я хочу вам представить авиационно-пилотажную группу «Стрижи». Ведущий группы, заместитель командира пилотажной группы «Стрижи» гвардии подполковник Сергей Осяйкин. Летчики продолжают выполнять косую петлю влево. Левый ведомый. Ведомый номер два. Штурман авиационно-пилотажной группы «Стрижи» гвардии майор Дмитрий Рыжеволов. Дорогие друзья, одна из уникальнейших и сложнейших фигур. Вираж на форсаже в групповом строю с интервалами и дистанциями 1 на 3 метра. Перегрузка в строю 5 единиц, и летчики продолжают, не выключая режима двигателя «Форсаж», косую петлю влево. Поаплодируем летчикам за их мужество и мастерство. А я вам хочу представить правого ведомого, ведомого пилотажной группы «Стрижи». Правый ведомый инспектор службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники Дмитрий Зубков. И хвостовой ведомый, ведомый номер 4, командир авиационного звена авиационно-пилотажной группы «Стрижи» Денис Кузнецов. Летчики готовятся выполнить очередную фигуру — двойной боевой разворот вправо. Фигуру начали! Уникальные технические возможности истребителя МиГ-29 дали новый импульс развитию высшего пилотажа. Особенности конструкции машины
дали летчикам возможность выполнения принципиально новых фигур высшего пилотажа – «Кобра» и «Колокол». До сих пор выполнение этих фигур доступно только российским истребителям. Известно, что чем больше масса самолета, тем труднее управлять им в полете. Трудно поверить, но масса каждого самолета в едином строю составляет около 16 тонн. Самолеты МиГ-29, фронтовой истребитель-перехватчик, предназначенные для завоевания господства в воздухе, имеют максимальный взлетный вес 18 тонн, максимальная высота полета 18 километров, а для вас в составе четверки самолетов МиГ-29 «Бочка». Одна из самых сложнейших фигур пилотажа, когда летчики выполняют вращение в единой плоскости. «Бочка» оценка отлично. Поаплодируем летчикам. Дорогие друзья, скорость самолета МиГ-29 у Земли составляет 1450 километров. На высоте 2,35 числа М. Максимальная скороподъемность у Земли составляет 330 метров в секунду. А летчики готовятся к выполнению очередной фигуры – косой петли вправо. Максимальная дальность полета самолета МиГ-29 составляет 2100 метров. А сейчас мы видим выполнение плотного строя интервала дистанции 1 на 1 метр. Кто управляет своими автомобилями, представьте, как на одной из незагруженных трасс вы подходите к впереди идущей машине на расстояние, ну, хотя бы 3 метра. Что вы ощущаете? Вот представьте себе, что ощущают летчики в полете при выполнении этих фигур прекрасных пилотажа. Пилотажный строй «Колонна». Сейчас мы увидим очередную фигуру, при выполнении которой летчики в процессе выполнения первой части петли Нестерова перестроятся из колонны в ромб. Колонна, четверка самолетов МиГ-29. Петлю начали! И летчики перестраиваются в процессе пилотажный строй ромб. И в верхней точке все на своих местах. Поаплодируем летчикам! Летчики выполняют петлю Нестерова и разворачиваются влево. Обратите внимание, насколько прекрасен полет этих боевых машин. Насколько сегодня благосклонно к нам небо города Чебоксары. Слава военным летчикам! Слава конструкторам, создавшим такую прекрасную технику! Слава России! Ура, товарищи! Молодцы! Летчики готовятся выполнить роспуск. Дорогие дамы, роспуск посвящается вам! Поаплодируйте летчикам! А над точкой одиночный пилотаж выполняет гвардии подполковник Сергей Осякин. Военно-воздушным силам и воздушному флоту исполняется 102-я годовщина. Слава ветеранам военно-воздушных сил! Слава 237-му центру показа авиационной техники! Слава городу-труженику на Волге! Городу улыбчивых и приветливых людей! Чебоксары, с праздником! Для вас колокол в исполнении Сергея Осякина! Дорогие мальчишки, надеемся, что вам понравилось выступление пилотажной группы «Стрижи». У вас есть уникальная возможность через несколько лет стать пилотажный строй «Стрижей». Но для этого нужно правильно выбрать свою профессию. Профессию военного летчика. На следующий год приходите в Краснодарский авиационный институт, и ваша мечта осуществится. Мы ждем вас в боевом строю военно-воздушных сил России! Слава России! Ура, товарищи!
Дорогие друзья, с вашей прекрасной земли, земли Чуваши, в этом году 6 мальчишек поступило в Краснодарский авиационный институт. И мы надеемся, что скоро вы своих земляков увидите в этих плотных строях, в строях пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Сергей Осякин выполняет косу, петлю влево, режим работы двигателя, полный форсаж. Вы видите, как с крыльев самолета срываются штуки. Летчик выполняет перекладку вправо. Бочки в исполнении подполковника Сергея Осякина. И летчик заканчивает свое выступление эффектным уходом. Поаплодируем летчику! ...862. Вы готовы поздравить жителей города Чебоксары? Ребята, вы слышали, как летчик тяжело дышит? Теперь вы поняли, насколько тяжела профессия летчика-истребителя. А мне хотелось бы закончить добрыми словами и сказать всем, что своими блестящими выступлениями на вестсалонах летчики пилотажных групп дарят любителям авиации и просто зрителям чувство гордости за российские военно-воздушные силы. Снова и снова они будут радовать многочисленных зрителей своими великолепными и зрелищными полетами. Я леса, коса, горы да степи. И вот мы вернулись ради того, чтобы пообщаться с членом авиационной группы «Стрижи» гвардии подполковником Соколовым Сергеем. Вот расскажите о выступлении, то есть как готовилось выступление пилотажной группы и насколько было тяжело все-таки летчикам летать над небом? Было очень приятно. Поступило распоряжение министра обороны по согласованию с главой Чувашии для выступления на 545-й годовщины образования великого города, города Чебоксары. И летчики готовились для выполнения пилотажа на аэродроме Кубинка. Вчера выполнили тренировку в небе города Чебоксары, а сегодня выполнили основной показ. Подготовка не была сложной, была стандартной нашей работой. Пилотаж был прекрасный, народу очень много, и мы рады, что мы выполнили пилотаж для жителей города Чебоксар. Расскажите о том, какие фигуры сложнее всего все-таки выполнять этим истребителям, мигом, или для них вообще нет ничего невозможного? Ну, все фигуры... Самые сложные фигуры для выполнения – это те фигуры, которые происходят с какими-то большими вращениями. Это вот вы видели сегодня выполнение фигур пилотажа в составе четверки, как бочка, синхронные бочки. Ну и виражи на форсажах – это очень тяжело выполнить, потому что физическая большая нагрузка выпадает на летчиков. Для того, чтобы удержаться в едином строю на заданных интервалах и дистанциях. Как разрабатывается программа этих выступлений? Я вот слышал то, что вы стараетесь ее разнообразить каждый год. Но программа разрабатывается самими летчиками. После выполнения очередных фигур летчики собираются и в теплой дружеской беседе начинают думать, а что же можно еще сделать, как можно усовершенствовать, усложнить программу. Потом тренируются, а когда отшлифуют свое мастерство на оценку уже практически 6, тогда это можно показывать зрителям нашей Родины. Спасибо большое. Я напомню, что сейчас рядом со мной стоял гвардии подполковник Сергей Соколов, член той самой авиационной группы «Стрижи».